бояться страданий. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову, и все? И мое горячее тело уже не будет горячим? Пусть будут страдания! Кто сказал, что я боюсь страдать? Я ведь пригожусь для жизни! Это ведь даже смешно убивать человека, который еще ничего не успел совершить. Я даже 10 класса не кончил. Ну почему молчит радио? У нас не будет будущего. Будущее будет всегда. Даже для нас мертвых? Почему мертвых? Войны ведь не было. Тогда почему я знаю всю свою жизнь? Всю. А не только ту, что я прожил. Я словно прочитала себе книгу жизни. И я знаю о себе все. Я буду убит под Оржевом. Мой брат не вернется из пионерского лагеря. Он погибнет во время бомбежки, а я буду повешена немцем, как партизан. Я умру плакатом. Стойте! Это мы знаем будущее той жизни, которую мы должны были прожить. А сейчас нас ждет другое будущее. Как странно звучит другое будущее, словно чужое будущее. Очнитесь! Очнитесь! Почему чужой? Нам, понимаете, нам дан шанс не умереть, а жить. Понимаете? Жить! Сейчас они есть, а нас нет. А будет наоборот. Мы есть, а их нет. Но на их месте будут другие, ничем не хуже. Это будут наши дети, наши внуки. И в их генах не будет этой проклятой войны. Кому нужна эта война? Кому нужна эта смерть? Тебе нужна твоя смерть? А тебе нужна твоя смерть? А вам нужна ваша смерть? Кому нужна моя смерть? Твоя жизнь тебе нужна? А как же? Зачем? Ну, буду жить, а там будет видно. Я пока не думал. То есть я думал, но... ради их будущего. Чтобы они никогда не узнали,
что такое война. Я всегда думал, что я все понимаю, что мы все понимаем. Мы и понимали, но головой, а теперь я понимаю сердцем. И вот за то, чтобы на нашей прекрасной земле не шлялась ни одна гадина, чтобы свободный и честный народ наш никто не смел называть рабом. За нашу мечту я и умру, если надо. Как просто начинается бессмертие, когда шагает время через нас. Эти строки напишут после. Красиво. Нас не мечтал о будущем. Каким оно будет? Будущее после победы. Это не страшно идти в бой, когда не знаешь, будешь ты убит или нет. А если знаешь, что будешь убит, по крайней мере, даже я смогу уничтожить ни одного фашиста. Моя смерть не будет напрасной. Он сейчас спит. Хоть бы одним глазком еще раз посмотреть на него. Только сохранить ясно, чтобы можно было работать до последнего часа, до самого конца. Но почему молчит радио? Хоть бы словечко. Ну дайте хоть какую-нибудь музыку. Бездна, куда заглянули они.